кого выдвигают? Про 21 года есть X7. Выдвинули. 4.0 дизель. О, тихо. Она звук чат и на этот голосовой включил. Кулак. Это он больше хамзат, улыбался в лицо, отец всех бедолаг. Все по сути никто вы, поисвать вас никак, очень голоден волк, это он больше хамзат. Иисус, да, блядь. Ой, старый, да, что я в этом самом Land Cruiser, блядь, дешевом, дешманском старом, блядь. Ну, не дешевле, не старый совсем. Ну, так себе. Конкурент наш, 222-й, блядь. Да, Тарис Сталин был уже. Надо тоже его на тесте взять, да, как-нибудь. Да. Да. Я на пижу пиздил, блядь. Очень комфортная. Мне нравится вообще, это, блядь. Пора поблатовать сзади, покайфовать, блядь. Я мощная. Так. Открой дверь. Ага. Ой, блядь. Блядь, блядь, не как в бизнес-классе, нахуй. Ты видел, что присосок нету, да? А сколько раз ты сидел? Какие статьи, за что? За что, за грачу, за обзор, за ночь подкинули, как вы сейчас. Носить с собой ствол, носить под бром в стволе. Через окно омон лишь токи на столе. Был суд, был приговор, были сплетни на селе. 7 дней в неделю холода, отрисковали филе. Который месяц лучше выбрать на календаре. Здесь уже на бездорожье надо проверять, да? Посмотри, как она идет. Максимум наверх поставил. По бездорожью вроде идет, да? Видит виды, прибалтийские леса, блин, какие-то. Вот хочу почувствовать себя, знаешь, семьей едешь, вот это семейная машина, с семьей, чтобы ехать в комфорте, чтобы отдыхать, ты едешь по трассе, вот идешь, и чтоб проекция, все видно, 90 км в час, и чтобы ехать и отдыхать за рулем, а эта машина для этого так и есть, семейная машина, куда-то ехать там, блин,
Белоруссию отсюда с Украины ехать. Вообще идет мягко, даже скорость не чувствуется. Идешь 120, как будто 70. Вот Мерседес еще такой же протестируем и сравним, выложим. Тогда уже, ГЛС, дорогие надо, подписчики, короче, мы вам расскажем, чем отличается X7 от ГЛС нового. Такого же класса Мерседес. Свои ощущения. Но пока мы от нее кайфуем. Только вот можем что сказать. Просто кайфуем. Даже не знаем, что сказать тут в минус. Что тут, блядь, стрёмного или что тут не нравится. Тут все. Серега, как тебе? Вообще просто такая машина красивая. Вообще мне просто... Lexus больше нравился. Не, ты еще какой ты Lexus? Чё? Это ты отдыхает чё? Вообще. Слышишь, ты звук какой? Так идет вообще, блядь. Ты еще не на спорте, она нормально.